Здорово! Сегодня в видео у нас будет рубрика «Повезет, не повезет». Давайте посмотрим, повезет ли нам сегодня собрать супер-мега-колхозище. Итак, о, вот это классная гробовозка, прям вообще зашибись. Так, здесь у нас аспект, черт, это все на 5000 очков мощи, две легендарки, вы представляете? Так, что еще здесь стоит? Здесь у нас стоит домкрат. И чтобы выфармливать весь бензин, который есть в рандоме, у нас стоит целых две топливных бочки. И это все на развалах, просто офигительно. Сзади, я не знаю, видимо, деталек не хватило вот эту дыру заделать. Что это? Ой-ой-ой, я сюда не хотел заглядывать. Блин, ладно, поехали в бой. Ну поехали, пацаны, будем вот так вот еще приседать. У нас вот такая тачка на пнеме подвески. Вах, вообще все зашибись. Все по последнему слову техники. Да, чувак, смотри, какая у меня классная тачка. Пацаны, не смотрите на меня так косо. У меня все хорошо. Пацаны, все нормально, все под контролем. Давайте, поехали. Какие-то там радиаторы, зачем их ставить для слабаков? Поставил зато две бочки и наслаждается жизнью. Ладно бы одну, я бы понял. Ну, блин, нафига две, причем в таком классном месте. Ну чё, давай, на меня! Хоть добить чувака, что ли? Давай, на меня! Есть, добили. Так, не, ну задние колеса меня просто, честно, убивают. Зачем они там стоят, я понятия не имею. Вообще, зачем вот этот хвост с дверью газели? Да и вообще, знаете, чтобы автосборка не собралась собирать, у нее всегда получается газель. Замечательно, у меня все взорвалось. Просто офигительный крафт, и даже кого-то добить смог. Вот смотрите, я сейчас займу не самое последнее место. Я займу какое-нибудь место 4-3. Вот стопудово. Так, это вы что такое собрали? Так, у нас последний чувак остался. Не, ну, топовый просто крафт, что могу сказать. Лучше некуда. Давайте, добивайте последнего. И посмотрим. Мне просто главное, сколько очков мы за бой получили. Мне вот даже интересно стало. И есть поражение. Офигеть не встать. И у нас 395 очков за бой. И первое место по команде. Что, серьезно? Да, союзы сегодня стараются. Да, вот это, конечно, круто. Ладно, давайте теперь соберем следующий крафтец. О! Блин, хотел похвалить автосборку, и тут что-то вот в конце как-то... То ли это на осах что-то хотело собраться, либо на аспекте. В итоге фафнир аспект получился. Гениально. Так, газген стоит. Ну, здесь хотя бы холодос и таймыр стоит, куда ни шло. Так, где газген-то? Я уж привык, что газген стоит. Ладно, погнали в бой тестить вот такой вот крафтец. Я еще заметил такую закономерность, когда у тебя какой-то колхоз прям вообще дикий, то тебя в рандом очень быстро запускает, причем на любой ом. Если у тебя какой-то правильно собранный крафт, все офигительно собрано, тебя вообще в бой не запускает. Ну, я не знаю почему, но, видимо, рандому автосборочка нравится. А еще фафнир с аспектом, да, одну кнопку, просто замечательно. Вообще, зачем здесь таймыр стоит, если можно было поставить стужу или нерпу? Блин, у нас склад, который стоит 5 600 000, он ставит вот такое. Ну, что тут сделать? Это автосборка. Так, что у нас тут? Никого нету. Да ладно, все нас испугались, видимо. Смотрите, я психически давлю на всех. И все меня пугаются. Так где все-то реально? О, привет. Давай, фигачим. А, Кавказ отбиваем, давай второй. Он даже на меня нацелился, ничего себе. Видимо, считает меня достойным соперником. Стоять, Кавказ. О, у тебя что-то взорвалось. Ну-ка, стой. Слушай, знакомая ситуация, недавно бочки также взрывались. Даже не знаю почему. Давай, отлетай, есть, добили несчастного кавказчика. Здорово. Так, без осы покатаешь, ой. Здравствуйте, а вот неудачно я к вам приехал. Фафнир, да что ж ты не стреляешь-то, ё-моё. Фафнир, почему он не стреляет? Китайский фафнир, видимо, бракованный какой-то. Ладно, едем дальше. У нас победа. Круто, я даже кавказчика завалил. И у нас 831 очко за бой, третье место по команде. Я думаю, для автосборки это офигительное просто сочетание. Ну, потому что обычно автосборка ставит... О, опять сервер. Обычно автосборка ставит какую-нибудь пушку с пулеметом. Опять? Да что ж такое-то? Блин, ну нельзя сразу три пулемета воткнуть хотя бы. А, еще и с перевесом. Ну, зашибись. Так. Газгена...
Для парсера с вектором боезапас обязательно нужен. Просто незаменимая вещь. Так, что еще стоит? Две нерпы, ну, хоть как-то понимаю. И бочка, опять же, для фарма бензика, видимо. Так, ну, позвольте я... А у меня гризли-то активен, а как я буду с перевесом-то ездить? Так, типа... Да, вот это прикольно, конечно, но мне что-то не особо нравится. Давайте что-нибудь... Ой, нет, а? Вот так вот сделаем. Ну, мне, так как вы ничего не разрешаете убирать, поехали прямо на этом в бой. Я уверен, что все подумали, я настолько отбитый безумец, но нет. Я все-таки убрал пару деталек под днищем, чтобы у меня тачка хоть как-то ехала. Ну, просто с переездом приезжать в центр карты, к середину боя, ну, не особо прикольно. Стоять. Парсером попал, ну-ка. Вектор, конечно, тут вообще настреливает очень сильно. Прям без комментариев. Давай. С парсера. 50 урона. Вау. Давай, вот этого шилками. А ну, подходи. Пилим, 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 пилим. Хорошо зашли вообще. Офигенно, с лавины там еще прилетело. А, нет, это малыши. Что-то мне уже везде лавина чудится. Давайте вот этого теперь. Правда, я бигфут потерял, ну ладно. Цербер, пили давай, что ты ленишься-то? Так, ладно. Давайте поехали. У меня теперь перевес, потому что грузоподъемности уже не хватает от колес. Давай, 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 кочегарься, точила, пожалуйста. Привет. Я сегодня добивальщик, поэтому я буду килы вот так вот зафармливать только. На большее я не способен, в принципе, на таком крафте. Давай, давай, это чило, пиндаль тебе волшебный хочется отвесить, что не едет, давай. Да, она технологичный крафт, конечно. Куда ты там поехал? Чувак, спрыгивай, давай. Чувак, да, понял я, что он там сидит. Давайте, обстреливайте его. Давай, медленно, но верно. Мой тихоход доедет его и запилит. Он там уже готовится, смотрите. Неминуемой гибели. Давай, давай, ко мне, ко мне. Молодец, на дробилках катаешь. Я тебя понял. А вот парсер с вектором, знаешь, какое сочетание классное. У меня тоже какая-то сборка весьма странная. Все, без дробителей покатаешь. Давай, давай, окружили. Ништяк. Я уверен, что у меня сейчас опять будет какое-то третье место. Вообще не удивлюсь. У нас 574 очка забыть даже... А, нет, у нас пятое место. Даже 15 бензика зафармили. Вообще. Крафт для фарма прямо. Давайте теперь соберем следующий крафтец. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да хватит мне аспект сегодня. Я на аспекте уже вдоволь накатался. Что-нибудь другое. Так, ну это обычное новичководство какое-то. О, опять Цербер. Вот что-то сегодня какой-то день. Цербер аспектный. Я не знаю, как это по-другому сказать. Ну, о. Дальнобой, этот колхоз я люблю. Что это такое? Я не знаю. Этот какой-то... Я хотел сказать горб. Потом, когда вот сюда посмотрел, я, честно, дар речи потерял. Да, вот это просто вишенка на торте. Еще есть перевеса. Тут есть все. Тут есть 4 бочки. Здесь есть турелька. Тут есть ураган. Тут есть дальнобой. Ну-ка, погодите, а газген стоит? Да ладно, газгена не стоит, стоит заряд. Блин, ну вот если бы газген стоял бы, то тут было бы все, просто все, что только можно. Так, ну, в общем, это две бочки, я уже думал, 4 с каждой стороны. В общем, классный крафт, поехали тестить в рандом. Там уже угорают надо мной, да, мне вот еще, знаете, что нравится, задние колеса. Передние хоть куда ни шло, а вот задние, они еще не поворотные, блин. Выколите мне глаза, пожалуйста. Я сейчас застрелюсь, наверное. Давай. О, ну-ка, 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 ну-ка. Да, блин, гренадер, фас. Давай, запалы тоже. Фас, фигачьте его. Я буду приманкой хорошей. Давай, давай, давай. Пацанчик. О, гренадер пошел. Давай, ураган. Ураган. Да какой там ураган? Стоять, я поймал, смотрите. Давайте, фигачьте, фигачьте. Вот это четко я сработал, смотрите. Какой вклад вложил. Да, гренадер, ну стреляй, а. Я тебя понял. Ну давай, забивай его уже. Че, серьезно, что ли? Так. Ну видите, без меня они не могут затащить. Видите, какой я вклад вкладываю. Моральный просто вклад вкладываю. По-другому не сказать. Ну-ка. У нас что-то вообще по союзам плачевно. Хотя и у врагов тоже. А, у них 9 подключилось, один ливнул. Ну у них, в общем, один потерян, а у нас двое. Форд, куда поехал, Форд?
Ну ты фордец, конечно. Ну все, гренадеру сейчас достанется. Накостыляет моему гренадеру, у меня тачка не едет. Давай, кирпич на колесах, жми! Ты сможешь разогнаться до 40 км в час, хотя он 60 топит. Слушай, чувак, не мучи меня, пожалуйста. Что это сзади такое? О, он топит! Он поехал! Вторую передачу нащупал, я его перевернул, ну к чертям просто, что это? О, блин, что же такое? Я сегодня весь выпуск вообще запинаюсь, я не знаю почему. Видимо, потому что офигевает автосборки сегодня. Ну, сколько я уже ляпов допустил, я не знаю, уже не сосчитать. Так, пацаны, как делище у вас тут? То и перевернем на автосборке, то на грифе тут чувака зажали. Это не тот же? Нет, это другой. Как ты его так подловил, мне интересно? Форд, давай, Форд, фига чего. То он его, конечно, парканул. Че отпустил-то, блин? А, он сорвался. У вас знакомый... А, это другой уже человек. Ну, блин, такие надежды были. Еще и по базе проиграли, замечательно. И у нас 130 очков за бой. Что-то сегодня союзы вообще расслабились, я даже на 5-м месте. Я не знаю, почему мне так сегодня везет. Давайте последний крафт соберем сегодня. Полегче. Смотрите, что сзади стоит. Сегодня прям офигенный день, я смотрю, для автосборки. Так, ну сегодня хотя бы газгена не стоит. И на этом спасибо. Две нерпы, спойлер это, видимо, чтобы не улететь. Также бочка стоит вот здесь вот. Что еще? Крушак, ну, в принципе, ладно, на 8000. Я даже не знаю, что это такое, но надо обязательно протестить. Итак, погнали в последний бой. Да, вот это сзади бочка стоит. Сегодня какой-то выпуск бочек, потому что, пацаны, ну вы чё? Чё толкаетесь? Такой топчик, сейчас нагибатор всех уделает. Чё толкаетесь? Недооцениваете крафт. Это новая мета. Ну-ка. Блин, спойлер только мешает. Я не знаю, зачем он стоит. Такие скорости на крафте, чтоб не улетел, наверное, не взлетел, да? Я так понимаю. 70 км в час, нихры-мухры. У меня, наверное, электросамокат быстрее ездит. Давай, фигачим у этого чувака. Прикиньте, каково будет чуваку, которого завалят с автосборки. Он же будет унижен. О! Они даже всерьез как-то не воспринимают. Смотрите. И давай сюда. О! А вот это серьезное заявление. Здравствуйте. Я на крушаке. Отбиваюсь от всяких чуваков. Давай, давай, давай. Один крушак отвалился. Да какой отвалился? Он остался. Я сегодня немножко в шоке прибиваю. Уже запинаюсь. Раз 10. Давай. Есть. У меня там же бочка сейчас взорвется. У меня колеса так еще остались замечательно, по диагонали. Да блин! Мне там еще что-то в личку пишет, спрашивает, пацаны. Я очень важным делом занят. Пока что не пишите, не могу ответить. Догибаю на автосборке. Да, блин, давай, тачка, давай, 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 давай. Ай, блин, он переворачивается. Вообще вереск тут летит. Квазар! Хана тебе! Алиш Цигундер, давай, до свидос. Все. Мне колес уже не осталось. Что от крафта? Один кусок какой-то. Я твоих человек завалил. Как? Как? Скажите мне, пожалуйста. Победа и 585 очков за бой. И 5-е место по команде. У нас стабильное 5-е место. Стабильность залог успеха. В общем, такой какой-то весьма странный выпуск сегодня. Я что-то косячу. Автосборка сегодня что-то тоже вообще колхоз пошел жесткий. Такого давно не было, что на каждом крафте там по 10 бочек стоит. Но... прорыв, революция в автосборке. У нас за 5 крафтов ни одного газгена. Вот так-то. В общем, тоже автосборка учится. Пишите в комментарии, как вам эта серия. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up.